Пролететь над Альпами – это великолепно. О, какие рыбки в аэропорту Мальты. Уже просто удочку бери. Лови. В аквариуме. Вот наш гостиничный номер. Включение по карточке, электричество, все. В принципе, все неплохое. Великолепно. Ванна, туалет. И все такое. Кстати, воду здесь пить не рекомендую. Потому что на Мальте воды нету. Ее опресняют. Опресняют с морской. С морской воды. А питьевую воду завозят с Италии. Ну вот ты сам сейчас это придумал. Ты читал об этом? Да. Я читал. Опресняют вполне возможно. Английский, слава богу, эти розетки английские. Это хорошо. Телевизоры. Два штука. Движение, как в Англии. Левосторонняя. Так все хорошо. Тепло 25 февраля. Ну, более-менее 15 градусов. Комфортная температура. Вот. На той стороне Валетта. Английское время показывает. Сейчас в Валетте не 6.38, а 7.38 уже. Ну да ладно. А мы нашли в гостинице. Неплохая гостиница. Кораблики. Гостиница, она же и апартаменты, оказалась очень удобной и уютной для нас. Линию что-то береговую делает там. С балкончиком, где можно не спеша попить кофе или вина и покурить. С электрической плитой, где можно что-нибудь приготовить поесть. С мягкой кроватью. На крыше можно было позагорать и искупаться в бассейне. Но не сезон еще. Конец февраля. И с чудесным видом на Валетту. С утра пошли в итальянское кафе. Ложечки запомнились оригинальные. Пора немного пройтись. Вернее, проехаться на автобусе. Очень удобно осматривать Валетту с верхней палубы автобуса. Расширяют набережную. Это видео я снимал 25 февраля 2020 года. Буквально уже через несколько дней началась пандемия COVID. По прилету в аэропорт Мальты у нас температуру мерили. Нас тогда это немного удивило. Но потом сами знаете, что было. Хорошо, что успели в последний момент попутешествовать и слетать на Мальту. Вот сейчас только руки дошли смонтировать это видео. Думаю, позднее переделать и старые сюжеты о Мальте. Если будет достаточно свободного времени. А то если не сделаешь кино, то все со временем постепенно забывается. А так хоть есть что вспомнить. Вышли из автобуса. Поднялись на лифте в сады барака. Обамы барака. Нет, не Обамы. О, бюст товарища Черчилля. Пушки стреляют в полдень и в 4 часа дня. Интересная скульптурная композиция, посвященная французскому гаврошу. Идем смотреть военный музей. Сверху крепости открываются чудесные виды. Билет стоил в тот момент 20 евро. Но этот билет на посещение еще чего-то. Еще чего, я уже не помню. Ссылка на веб-сайт внизу, под видео. И QR-код на экране. Интересный экспонат. Сабли сапера наполеоновской армии. В музее представлено оружие, униформа и многие другие интересные вещи.
приборы самолета. Пробитая рынга с корабля. Кепки и знамя итальянской армии. Чисто мальтийская маскировочная раскраска. Авиационный мотор немецкого самолета Юнкерса. Знаменитый джип Второй мировой войны. Как ветер постепенно выдувает мальтийский песчаник. Знаменитые балкончики. Продуваемые ветром неширокие улочки. Крайне неудобно ходить по этим ступенькам. Убиться можно. Конечно, я не мог пройти мимо этого дома. В конце 18 века Бонапарт, по пути в Египет, захватил Мальту. Вернее, она сдалась ему без боя. За 6 дней пребывания на Мальте Наполеон отменил рабство и инквизицию, распустил орден, упразднил дворянство и феодальную систему, ввел бесплатное обучение. На доме, где он находился, установлена памятная табличка. Недавно были выпущены памятные монеты и почтовые марки, посвященные этому событию. Памятник Жану Паризо де ла Валету. На площади, посвященной ему. В честь которого названа столица Мальты. Увидели на площади странно разодетых людей. Оказалось, это карнавал. Знаменитый мальтийский карнавал. Но об этом я расскажу в одном из следующих сюжетов.